Побить мировой рекорд вслепую. Незрячий композитор Луду Пачиров выложил в социальных сетях видео, где он играет «Полет шмеля». Известная композиция Римского-Корсакова – некое соревнование для музыкантов. Сложность ее исполнения заключается в невероятно быстром темпе и количестве физических действий одним исполнителем. Незрячий музыкант из Бурятии установил новый мировой рекорд. Он исполнил «Полет шмеля» ровно за 50 секунд. Напомним, первый мировой рекорд поставил немецкий скрипач Дэвид Гарретт. В 2007 году он исполнил интермедию за 1 минуту и 6,5 секунд.